Бархатный сезон в Шерегеше. Да, кайф! Медитация под флейту любви. Горный портал желаний. По дороге можно загадать, ну, желаний 5, как минимум. И деревянный автомобиль 27-го года выпуска, способный разогнаться до 135 км в час. Чем еще удивит город металлургов? У-у-у, прекрасно. Мне здесь нравится все больше и больше. Новокузнецк-Шерегеш. 2 дня бескрайних просторов тайги, скал и теплого ветра. Круиз-контроль. Совет на выходные. В субботу в 13:40.